Поправляюсь, как ни странно, очень быстро. Спасибо нашим докторам, нашей медицине. Сделали все, что смогли. Уже, можно сказать, буду входить, возможно, завтра даже. Все лечится очень, если честно, даже не ожидал. Быстро все сработали вообще. Передать большой привет своим сослуживцам с Краснодарского отряда. Я начинал там служить СОБР. Братьям своим очень большие слова поддержки. Все звонили, писали. Телефон включил вообще красный весь. Своим братьям, с которыми здесь служу, своим руководителям, всем большое спасибо огромное. Такая поддержка, честно, даже не ожидал. Ее очень много. Ну, двигался вдоль колонны гостиного двора. Боковым взглядом увидел, что человек разворачивает какой-то предмет. Развернулся, пошел к нему, увидел, что у него лежат две бутылки, их явно сразу видел, они такие яркие. Ну, естественно, я сразу понял, что он тут пришел нас не угощать, а, естественно, какие-то моменты будут. Ну, начал к нему двигаться, ускоряться. И после чего он, видать, он меня сразу не заметил, потому что он развязывал, у него там то ли запуталось что-то. И он уже поднял глаза, видел, что я к нему двигаюсь, и он начал меня останавливать там. И он уже навскидку вскрыл ее и достал оттуда. Ну, я уже видел, что это ружье было полноценное. Ну, в связи со скользкой погодой, я не мог, ну, быстро прям к нему рывком говорил его, уйди. А я ему говорю, успокойтесь. Ну, на вы с ним общался, как положено. Говорю, успокойтесь. А, ну, произошло то, что произошло. Как назад-то тоже, в принципе, идти уже смысла не было, потому что он, если человек пришел уже совершать деяние, он бы уже шел до конца. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы молодец. Как ваше здоровье? Спасибо, отлично. Вы спасли огромное количество жизней. Вы совершили очень большой героический поступок. Благодаря вашим усилиям не произошел теракт, который планировал негодяй. Поэтому служу России. Да, вам огромный низкий поклон от жителей Санкт-Петербурга, гостей города, от командования. Вы молодец. Сейчас самая главная задача – это вам выздоравливать. Спасибо большое. Ну, благодаря Анатолию Анатольевичу и замечательному коллективу врачей, я думаю, что вы большое. Быстро пойдете на поправку. Доктора очень хорошие. Весь главк ваш переживает за вас. Все, от всего нашего спецназа, питерского санкт-петербургского. Большое спасибо, большой привет и выздоравливай. Спасибо, спецназа.